Хорошо. Дэн, что ты думаешь о ней? Она мне понравилась. Мне понравилось то, что она сделала домашнюю работу о нас. Я имею в виду, что я очень впечатлен, когда она сказала, что она сделала исследовательское исследование по рынку и что мы оказались сверху наших конкурентов. Это ясно, что она внимательно смотрела наш веб-сайт. Правильно. Я думаю, она первый кандидат, который знал, что мы работаем с большим количеством компаний, и также идентифицировала, кто есть эти клиенты. Да, это правда. Мне понравился факт, что она была уверена и обосновала свое мнение тем, что она знала те вызовы, с которыми мы соприкасаемся. Я чувствую, что она понимает много о продуктивной и долговременной работе. Также и недавний опыт работы и знания с ее магистерской работы показывают, что она впишется в нашу организацию, а много кандидатов хорошо выглядят на бумаге. Но она выглядит фактически хорошо при реальном общении, и я думаю, что эта работа для нее будет по зубам. Интерьер. Какие навыки и опыт вы имеете, соответствующие для этой позиции? Я думаю, что моя позиция помощника по продажам требует того, у кого хорошие навыки общения с клиентами. Во время моей прошлой работы Elton Towers тематический парк, я была ответственна для того, чтобы продавать сувениры, мне приходилось общаться с клиентами. Первоначально я была ответственна за базовые аттракционы, но поскольку я мог говорить итальянским и английским свободно, и также у меня хорошее понимание французского, меня попросили работать в магазине товара вместо этого. В ходе периода трудоустройства это дало мне ценный опыт управления людьми, и 2 недели в магазине я была продвинута по должности до старшего помощника по продажам, где управляла 2 другими сотрудниками. Потом был университет в Турине, перед тем, как переехать в Англию прошлым летом. Я была командой, была капитаном женской волейбольной команды, что включало управление командой и также управление финансовыми бюджетами для того, чтобы оплачивать гонорары членам этой команды. Я думаю, что лидерские навыки, которые я развила в университете и на моей прошлой работе, близко соотносятся к этой работе. Подсуммировать, я чувствую, я высокоэффективно умею общаться, свободно в итальянском, английском и достаточно на высоком уровне в французском. Я хорошо работаю под давлением и способна делегировать полномочия эффективно. Работая с большим количеством команд, я могу сказать, что у меня успешный послужной список в командной работе. Мой послужной список 100 человек, обученных английскому. Это высоко, потому что ты просто учишь, это можно просто сидеть часы вычитывать. Надо слегка выиграть, чтобы научить человека. Надо распинаться. Бывает 5 раз прожевывать одно и то же самое. И нельзя срываться в истерику. Вот так вот зарабатывается хлеб учительским трудом. Я действительно учитель по призванию. Попробуйте меня в качестве репетитора. И I will never let you down. Я вас не подведу.